Сутасса пунгсам сучира самасья, нанджо сасури вриритартха, таттат гунану саванам мукунда падар винда хидейши ешам. Сисила Бхакти Сиддханта, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, to get rid of history and philosophy, чтобы освободиться от истории и философии, это и есть настоящий Харибаджан. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что освободиться от влияния истории и аллегории называется Харибаджаном. То есть перед нами в нашем уме протекают какие-то истории, воспоминания о прошлом. То есть если мы заняты памятованием об этом прошлом, то мы не сможем начать Харибаджу. И вот Шрила Прабхупад сказал, до тех пор, пока вы не соприкоснулись с Анантадевой, с Нитянандой, вы не сможете освободиться от влияния материальной энергии. И до тех пор, пока вы не соприкоснетесь с Баларамом, с Нитянандой, то есть до тех пор вы не сможете освободиться от влияния этого материального рабства, материальных оков. История этого материального мира, она случается, мы помним ее. Мы помним какие-то события из прошлого. Если мы заняты воспоминаниями этими, то мы не сможем достичь, осознать должным образом. Аллегория значит, то есть у вас какой-то Общий смысл в том, чтобы не думать о постороннем. И говорится о том, что нашими усилиями мы можем выучить Веды, Веданты, Упанишады. Так много вещей мы можем запомнить. Но мы не сможем стать успешными в этом случае. То есть можно пытаться изучать все эти писания, учить их наизусть, но так или иначе этого мало. Вот в этой шлоке говорится, что те гуру вайшнавы, в чьих в сердце настоящих гуру вайшнавов, Бхагаван Шри Кришна, он отдыхает. Почему говорится так? Ведь Господь, он находится в сердце каждого. А почему в этой шлоке говорится, что Бхагаван Шри Кришна, он может отдохнуть в сердце гуру вайшнавов? Хотя он находится во всех сердцах в форме параматмы. Но так или иначе, Кришна не может отдохнуть в сердце там каждого, но он может отдохнуть в сердце гуру вайшнавов, поскольку у них нет желания в их сердцах, нет никаких проблем, нет привязанности, их сердце очень чисто, и поэтому Кришна может отдохнуть там, а не в каждом сердце. И вот если вы сможете служить такому чистому вайшнаву, в чьем сердце
присутствует Кришна, и лотосные стопы, они покоятся в сердце этого чистого Вайшнава, и чистый Вайшнав, он может запереть Кришну в своем сердце, чтобы Кришна не мог уйти оттуда. So that type of Vaishnava, pure Vaishnava, вот, if you can serve, если вы будете служить такому чистому Вайшнаву, если удачливо kind of служить такому великому Вайшнаву, then you can и тогда вы сможете стать успешными на 100%. If you are lucky enough, если вы достаточно kind of удачны, чтобы служить такому Вайшнаву, то будьте уверены, you can come out successful. Вы станете успешными. Of course, Бандо мой шабдану мате. Но ваше служение, оно должно быть совершенно в то же самое время. У вас не должно быть никакого материального умонастроения, никаких ошибок, оскорблений в служении не должно быть. And if humble attitude, I mean, Trinada is there inside my heart? Если в вашем сердце есть вот это чувство настоящего смирения, то все остальные проблемы не автоматически решатся. И вот если есть это чувство Тринадапи, то что чувство то, что мы смирение, чем травинка, терпеливее, чем дерево, если это чувство по-настоящему присутствует в нашем сердце, то все остальное, оно приложится. То есть, как говорится, если у нас есть шаранагати, то все остальные качества не автоматически явятся в нас. И вот говорится в этой шлоке, что шаранагати — это суть всего нашего баджана, всей нашей жизни. Если у нас нет никаких достоинств, только единственное, то, что мы полностью предались, мы стали шаранагати. И если наше самопредание совершенно, то Гуру Вайшнава не могут даровать все остальные качества, они явятся в нашем сердце. Но если этого шаранагати нету, но есть другие качества, то этого мало. И вот в этой шлоке, с которой я начал, в ней Бхагаван в Бхагаватам говорит, если я могу прославить качества, трансцендентные качества Гуру и Вайшнава, if I can glorify, если я могу прославить деяния Гуру Вайшнава, то я могу очистить самого себя очень легко. If I give so much energy to recite, you know, Veda, Vedanta, everything, still I cannot come out. А если мы будем заниматься тем, что today is the disappearance day of, будем изучать Веды, Веданты и прочие писания, этого мало. То есть прославление Вайшнав на более могущественное сегодня. Long ago, maybe 600 years back or more, actually Sri Chaitanya Mahaprabhu used to enjoy this kind of, you know, writing by Jayadev Goswami, Chandidas. И вот Jayadev Goswami, their writings are very high quality. Chandidas, они relating, you know, the pastimes of Radha Govinda, very secret pastimes. Они описывали сокровенные лилы Радха Говинды. И Шри Чайтанья Махапрабху, here this kind of pastimes. Он слушал и written by Jayadev Goswami, written by наслаждался тем, что они писали, вот этими преданными. Он был в Гамбхире и слушал. Будьте внимательны, именно внутри Гамбхира Мандира, где никого не было, только Сваруп Дамодар и Рай Рамананда. Sri Chaitanya Mahaprabhu enjoying
И вот Чайтанья Махапрабху наслаждался слушанием вот этих сокровенных лил, и никого там не было. Только Чайтанья Махапрабху никому не позволял быть там. Вы даже можете вспомнить, когда Санкиртан Рас совершался в Шивасангане на протяжении целого года, то посторонние люди не были допущены. Даже если кто-то внезапно, случайно заходил, то Махапрабху спрашивал, почему я сегодня не чувствую такого наслаждения. Наверное, какая-то проблема здесь. Мы говорили, что нет, ничего нет, но вы поищите. Я не чувствую того блаженства, того, что было раньше. Может, что-то случилось. И вот Шивас искал, смотрит его. Это жена, мать жены, она как-то туда попала, и Шивас ее попросил выйти, уйти. И вот все читание Чайтамрити описывается. Бохиранга лия каре нам санкиртан, антаранга лия каре рас ашвадан. When there is a question of enjoying this kind of secret rasa, вот когда обсуждаются такие высокие сокровенные вещи, то ну, посторонние материальные люди, даже не полностью там наполовину материальные или на 80% материальные, то все равно они не допускаются. Как Шукла Брамачари, он совершал великие аскезы. Чайтанья Махапрабху, так или иначе, он сказал, что думаешь, что если ты только пьешь молоко, этого достаточно? То есть он занимался тем, что пил только молоко. Махапрабху сказал, что смотри, асура, они совершают гораздо больше аскезы, но этого недостаточно, как, например, Хираньякашипу, он был, такие аскезы совершал, что даже Брама сказал, что ни на земле, ни на небе, ни до тебя, ни после тебя не будет такого, ну, подвижника, как ты. И в будущем, я тоже думаю, никто не сможет совершить такие аскезы. Но так или иначе, Бхактивинода Тхакур, Прабхупад и прочие, я могу показать, что они говорят по этому поводу. How to proceed ahead? Как действовать, что совершать, я могу показать документальными свидетельствами всего этого, не сомневайтесь. Как в письмах Шрилы Прабхупады, в письмах Шрилы Бхактивинода Тхакура, они говорят, что кто говорит. И вот сегодня, скажем, вот, я говорил о том, что Чайтанья Махапрабху слушал лилы Шишарада Говинды. Даже Говинда, который служил Махапрабху, самому Махапрабху, он не был допущен. Хотя он и не интересовался, у него было дело его жизни, это служить Махапрабху, а не слушать раса лилы. Даже когда мимо проходил, он слышал, что Махапрабху плачет, и он ругался, что Сварупа Дамодара, почему ты рассказываешь такие вещи, что он плачет, лучше расскажи что-то веселое, чтобы он смеялся. То есть у него дело Говинды было это служить Махапрабху, но не слушал там Расалилу, а просто служил Махапрабху, и все. И вот Сварупа Дамодара и Рай Рамананда, они смеялись, видя какой просто сердечный Говинда.
когда они взяли разрешение у Шри Чайтанья Махапрабху, что Говинда, он очень зол сейчас, уже поздно, давай, мы хотим попросить отпроситься уже, на сегодня заканчиваем, завтра продолжим. То есть, иначе Говинда разгнивается, отдохнем, мы завтра придем. И Махапрабху сказал, отдых, что значит отдых? Когда слушаю харикатху, я по-настоящему отдыхаю. А если вы уходите, знаете, что случается? Big problem. I cannot stay inside room. Я не могу находиться в комнате. I cannot stay. I become mad. Я схожу с ума. I go outside. I like to go outside. Nobody allow me to go outside. Я хочу выйти, но никто не позволяет мне выйти отсюда. Oh, big problem. If you go away, then I cannot take rest. You are here speaking Harikatha, doing Kirtan, Sarab Damodar. I am taking. This is my rest actually. То есть, когда я слушаю харикатху, я отдыхаю по-настоящему. И вот эта раса-таттва, которую они обсуждали, она очень высока, очень сокровенная. Джайдев Госвами, он описывал это около 600 лет назад. Поскольку в описаниях Джайдева и Чандидаса, они... Они цитируют Джайдева Госвами, из этого можно сделать вывод, что он раньше жил, как здесь, в Майпуре, в Алал-Диги, есть место. Это место, Балал-Сена. Это, ну, в общем, был царь такой местный. Это была его, ну, резиденция. And near Balal Sen Palace, и вот рядом с его дворцом, where we are doing parikram, когда мы совершали парикраму, we are going to Madai Ghat, Jagai Ghat, you know, Jagai Madai Ghat, you know. В Мадай Джагай Ghat, когда мы шли. You know Bharadara Shila? Bharadaraj Muni used to do bhajan. И вот там Бхарадрадж Муни жил, он совершал баджан. And we have to go to Rudradi. So in this way we can meet that place where Jayadev Goswami used to stay there with in very small kutia, bhajan kuti. Very exclusive bhajan, very niskinchan. Don't want any, even king want to meet him. He don't like to meet king. If king going to disturb Jayadev, Jayadev saying, Jayadev Goswami, он жил очень простой жизнью и даже не хотел встречаться с царем. Ну и царь его не беспокоил поэтому. Пролая пая дидхале, дитобана шиведам, written by? Это киртан, он написан Джайдевом Госвами. И когда царь услышал его поэму, он был очень вдохновлен. И вот в Джагнат Мандире утром можно найти. They also in the morning time they sing the glories of Jagannath, written by. Можно там найти, что утром они поют этот киртан, написанный Джайдевом. This very nice morning time. Those all pandas before opening Jagannath temple, they go on singing very loudly, very interesting. You can enjoy. Very nice. And especially in the night time when Jagannath is going to take rest. Вечером, перед тем, как Джаганнат отходит ко сну, там Девадаси, у них такое правило в Джагнат Мандире, они танцуют перед Джаганнатом. И в то время Гита Говинда поют Гита Говинду в то же самое время, она написана Джайдевом Госвами. So long ago, actually. So Jayadev Goswami actually he took birth there, Kendo Billu Gram.
here in Birbhum district. И вот Джайдев Госвами, он while you are going to Ikshakradham, Ikshakradham, родился в Бигум, в области Бигум, это по дороге в Акачакра, по пути, это место его явления. Кендра Виллуграм. Кендра. В общем, деревня так называется. И вот каждый год на день явления, на день явления и ухода там большой праздник. Ну, день его явления, по-моему, еще не определен точно, то есть неизвестно, когда точно явился. И с самого рождения он был полностью не привязан, он был полностью посвятивший себя душой. И он отправился в Джаганатхпури, и когда царь Арис, он увидел его, он был очень вдохновлен его личностью. I like to decorate my sabha. You are, you know, ornament. They are big. Akbar Basa also. И вот сам царь, он пригласил его быть. They like to decorate there. So big personalities, they are, you know, used to invite them to stay inside kingdom. Sarva Mata Jojo also used to go there. Ну, цари того времени, они приглашали каких-то великих личностей, чтобы они жили в их царстве и как бы украшали собой их царство. И вот царь Джаганатхапури, он сам тоже написал какую-то Гита Говинда. Ну, поскольку Джаганатх, он любит Гита Говинду, и царь тоже подумал, что он может что-то написать, и вот он написал. И предложил ее внутри храма Джаганатха. И вот и была также Гита Говинда, написанная Джаядевом, и с утра панды нашли, что Джаганат просто пнул, выкинул эту Гита Говинду, написанную царем. А написанная Джаядевом, она лежала на положенном месте. И пуджари пришли, смотрят, что случилось. Джаганат came in, how dare you write? Гита Говинда? I like that Govinda. И вот Джаганат пришел во сне этому царю и сказал, что да, Гита Говинда, твоя Гита Говинда никуда не годится. И вот и с тех пор поют Гита Говинду Джайдева Госвами, поскольку он ее очень любит, и без нее он не может уснуть. Вот настолько она дорога ему. И вот однажды an instruction to somebody. Джаганат дал наставление одному преданному. Он пришел с дочерью с Падмавати. Они пришли, чтобы получить даршан Джаганатха. Они были великими преданными. И после этого Джаганат явился во сне и сказал, что ты должен отдать свою дочь в жены Джаядева. Но Джаядев, он не хотел жениться, в чем проблема. Он не думал никогда об этом. Так или иначе, Джаганат дал наставление, что ты должен выдать его замуж за Джаядева. То есть мы не можем понять, но замысел Джаганатха за этим. Но так или иначе, Джаядева Госвами был вынужден жениться на Падмавати по наставлению Джаганатха, чтобы исполнить его желание. Он Женился по его наставлению. But usually in marriage life there's different kind of problem there. Но в семейной жизни какие-то проблемы возникают. Но Джаядев Госвами, он думал,
чтобы занять Падмавати в служении Радха Мадхава. Никогда не думал о ней, что она там моя жена и прочее. То есть он, они были полностью посвятившие себя душе. Он день и ночь совершал баджан, написал поэзию и жил в Пури. In civil dress, very simple dress came to me. He could realize. He said, "If you disturb me this way, I am not going to stay." И вот однажды он жил не в Пури, а в этом, ну здесь где-то около Майпура. Там же царь переоделся в простую одежду и пришел получить даршан. Джайдев осознал, что это царь к нему пришел и сказал, что если будешь не беспокоить, я уйду с твоего царства. То есть для саньяси запрещено встречаться с царями и женщинами. То есть даже те женщины, которые приходили получить даршан Шри Чайтанья Махапрабху в Пури, но Махапрабху он был очень осторожен, он не смотрел на них. Однажды в Майяпуре жил Парамешвара. Вот преданный жил в Майпуре, профессия была, не он делал сладости, модок по бенгали. И вот Чайтанья Махапрабху в детстве ходил в их дом, и они кормили его сладостями, маслом и прочим. И вот так или иначе, вот когда Махапрабху уже принял саньяс, он пошел к нему на даршан, вот этот преданный, который сладости делал, он пошел в Пури на даршан, и ну, он очень простой, простосердечный, говорит: «О, Прабху, я пришел к тебе, ты Парамешвара». Смотри, мать Мукунды, ну, его жена тоже пришла, и Махапрабху насторожился. Такая, ну, система была у Махапрабху очень строгая. Даже царь Джагнатха Пури, Раджа Пратапарудра, когда отправился к Махапрабху на даршан, то ему сказали, что я саньяси, я в писаниях, но мне запрещается встречаться со всякими царями и прочим. Хотя другие преданные просили его, поскольку он великий преданный, ну царь там царем работает, ну что делать. Но Чайтанья Махапрабху, ну, он как бы хотел встретить его в сердце. И преданные сказали, когда Махапрабху он будет танцевать перед Джаганатхом, и потом он пойдет отдыхать в сад, вот там неподалеку, тогда ты можешь прийти и получить его даршан, поскольку он уже устал очень и будет спать, и ты можешь пойти и воспеть славу Радха Говинда перед ним и прочесть эту гопи-гиту. И вот царь сказал, что я, ну, как сомневаюсь, нет, ну, вот, и, ну, оденься в простую одежду и иди, как, ну, не ходи в такой, как царь. И вот он переоделся и пошел петь перед Махапрабху Гита Говинду. Дайта дикшатам дикшатабка тайдита садху свам вишиндате. This was singing. It was so nice thing. And also going and giving message.
И он также начал массировать стопы Шри Чайтанья Махапрабху. When singing, Mahaprabhu, without any information, embraces you. Who are you? Giving so much thing, so much treasure. Mahaprabhu, он как бы проснулся, обнял его, сказал, что ну, кто ты такой? Я у меня саньяси, ничего не дать тебе, тебе просто могу обнять. То есть, хотя Махапрабху, он Верховный Господь, и он знает, что это ну, царь. Но так или иначе, он обнял его, сказал, что ну, нечего дать тебе, я могу только обнять тебя. И вот, ну, так или иначе, будьте очень осторожны. Нитянанда Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху проповедует, но проповедь Нитянанда Прабху, она уникальна, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Верховная Личность Бога, он... Проповедует, но Нитянанда проповедует по-другому. И мы Гауди, когда мы говорим о себе, что мы из Гауди Матха, то наша проповедь она тоже должна быть уникальной. Я вот саньяси, например, но часто приходит много Матхаджи, я должен отвечать. If there is any weakness, I can fall down. So nobody can understand the procedure there in Gaudiya Math. But it's the unique procedure by Prabhupada, Bhakti Vinodata. Согласно Бхакти Натакуру и Шриле Прабхупаде. То есть многие озадачены. They cannot understand. То есть они не могут понять, что к чему. So is secret siddhanta. What secret siddhanta? Вот это, какова же это сиддханта, что не должно быть никакой привязанности в вашем сердце. То есть это не значит, что, ну, что вы не должны находиться, как, ну, смотреть на женщину или быть рядом. То есть так иначе они приходят, слушают харикатху, у них есть какие-то вопросы, они могут совершать какое-то служение в храме. То есть в чем проблема-то? В чем? То есть... Я могу объяснить so many siddhanta regarding this before entering to То есть в этом проблемы нет, нужно просто не привязываться к ним. И вот Махарадж более подробно объяснить, то есть Раджа Даршан, видя, общаться с царями и женщинами, это запрещено, но мы видим... Но это не значит, что ну, нельзя с ними вообще никак общаться. То есть нужно помнить что-то. И вот в этой шлоке говорится, что отречение от богатства. В этой шлоке заключена суть нашего ачара, нашего поведения. Оставить йошит сангу. И что значит йошит? Йошит значит anything, any person, anything. Что это нечто, к чему у вас есть привязанность, если вы чувствуете притяжение, хотите наслаждаться этим, то есть это называется словом йошит, понимаете, для вас. Йошит, that becomes йошит for you. If you like to enjoy something, то есть, если вы хотите чем-то наслаждаться, у вас есть, ну, growing a bad habit, как мы сказали, that becomes Yoshi Sangha for you. То есть, если вы хотите наслаждаться каким-то объектом, то есть, это есть Yoshi Sangha, а если женщина, соответственно, думает, ну, о каком... Not that only, man can think about. То есть Йошит Санга не значит, что ну, мужчина думает о женщине, а со стороны женщины, соответственно. То есть,
With bad conception, bad philosophy, you are looking to serve, to enjoy. То есть это можно сказать, that mood is called, настроение наслаждения каким-то объектом, вот это и называется словом йошит. В этом отношении можно сказать, камини йошит, канчан йошит, то есть если мы стремимся к богатству, к наслаждению богатству, богатством или каким-то уважением со стороны общества или еще с чьей-то стороны, то есть это тоже йошит называется, йошит санга. Если мы стремимся к уважению, к признанности в материальном или в духовном, то есть если мы стремимся к какому-то уважению, почету и уважение в этом мире, то есть это и есть йошит-санга. Если мы не привязаны к этому, то это уже не так. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он дал наставление для тех, кто... В этой шлоке говорится, you know, но он, то есть, ну, это Mental. Качество очень редко. So then you cannot attain that kind of quality to sing the glories of. То есть, по-настоящему воспевать славу Шри Кришны, вот надо быть смирение, тринада бисуничина, вот это качество должно присутствовать у нас, мы должны быть смирение. Травинки, терпеливее дерево даже. Травинка, когда мы идем. Но по траве, трава, когда на ней наступили, она как бы склоняется. Когда уже ушли, то трава опять выпрямляется. То есть Махапрабху говорит, что это тоже не позволяется. I'm putting pressure on you for 2 hours or 5 hours. For 5 days you are in front of me, you are showing submission. То есть мы что-то там услышали, как бы согласились, и когда наш гуру как бы ушел, мы это забываем, начинаем действовать, ну, как раньше. То есть это не настоящее смирение. Прабхупад, Шрила Гаур-Кишодас, Бабаджи Махарадж, они все смиренные, и Шрила Кешав Махарадж, он тоже смирен, но он говорит очень жесткими словами иногда. И вот однажды Рамнаран Видиратна, он был первым пандитом на всю Индию. И Кешав Госвами Махарадж, он ответил очень жестко на его, полностью разбил всех аргументов этого пандита, и нечего было совершенно ответить. Кеша Госвами Махарадж не хотел как-то оскорблять их, но он таким образом отвечал, разбивая всех аргументы. Но внутри он был полностью смирен. И вот Шрила Прабхупад, он объясняет это, что значит быть смирение травинки, терпеливее, чем дерево. Многие преданные, но внешне не выглядят так. Но как понять на самом деле, у кого есть это качество, а у кого нет? И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы видите, что в своей жизни он не стремится к пратиште, к уважению, к признанию со стороны других, то тогда будьте уверены, что он по-настоящему смирен. Иначе нет. То есть внешне многие могут на показ выражать смирение. И вот Джайдев Госвами, он на 100% смиренен. So strict that he cannot meet king and То есть он был настолько строг, что не встречался ни с царями, ни с женщинами. Но Падавати, Джайдев Госвами took Падавати as a prasadam given by Jagannath. Но почему женился? Потому что жена была прасадом, данным Джаганатхом. Поэтому он женился на ней. И вот как Бимала Прасад, Бхактивинода Тхакур, он понял, что по милости Чит-Шакти я молился, это Бимала Деви, и в честь Бимала Деви
называли, ну, это милости, как Шрила Прабхупад тоже явился, как прасад, как милость Крипа Джаганатха. И вот Бхактивинода Тхакур никогда не говорил, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Бимала Прасад мой сын. Он никогда не говорил так, и Прабхупад, он тоже никогда не называл Шрила Бхактивинода Тхакура своим отцом. Никогда ни в одной книге, ни в одном его письме за всю его жизнь не найдете такого слова. Это такова система. И вот эти материальные отношения, но мы не должны развивать, они нехороши. Если у вас есть какие-то отношения с мужем, с женой, с детьми, вы должны думать, что они все милость Господа Джаганатха. То есть мы должны использовать их для служения Джаганатху. Для служения Господу я не могу использовать их for my personal для, ну, своих личных нужд. For I cannot use them for my sense gratification. Мы должны использовать их для, ну, удовлетворения своих чувств. Это ведет к обусловленности в материальной жизни. То есть это очень высокая философия, куда мы должны идти, если мы представим это, можно сойти с ума, насколько это высоко. Вот день за днем мы должны спрашивать себя. Каждый день, вечером, когда мы ложимся спать, вы должны спросить себя, что какое улучшение в нашем баджане совершили за этот день, как продвинулись. Вы должны это, ну, каждый день, ну, спрашивать себя. Ну, засекать, то есть мы куда, продвигаемся вверх или вниз. Every day, и вот каждый день вы должны думать об этом. И вот Чайтанья Госвами жил в Пуре. Now, actually, вот, point is that from there, Jayadeva Goswami, again, he has installed the deity of Jayadeva Goswami, он установил божество Радамадава, совершал эту севу. И вот в Пури можно найти Виграху Радамадава. And at present you can find Radhamadhava Vigraha in Jaipur, actually. И в Джайпуре тоже можно сейчас найти Виграху Радамадава, которая служила Джайдева Госвами. Она в Джайпуре сейчас, я был там, Радхамадхава. Радхамадхава Рада Говинда и Рада Бипинадж. Мадхармон also, Мадхармон, they are in Короли. Короли. Мадхармон, they are in Короли. But Govindo, Gopinath, you can find in original. No, Govindo и Gopinath, они, ну, изначальные, но не по-моему, изначальные, но так или иначе, самопроявленные, имеется в виду Говинда, Рупа Госвамипад, он явил эту истину, что Говинда был в Гомотиле, это йогопит сейчас, вот если на старом Говинда Мандире, где это в красного цвета, сломанный мандир, это йогопит, что значит йогопит, это все преданные, они пришли в одно место, это случается, ну, в каждом день. Почему это называется йогопитком? Это место, где все преданные, если читать Махапрабху, Нитянанда, Пачататва, они все собираются вместе, или несколько раз в день, это и совершают служение великим образом. И поэтому это место зовется йогапитхом. Во Вриндавандхаме то же самое происходит. И вот можно найти, что Джайдев Госвами и Радамадар, они находятся в Джайпуре. И Радамадар тоже в Джайпуре. И в то время они служили Радамадаву очень... Ну, отреченные. Они были очень отречены и служили ему. И вот Джайдев Госвами, когда написал Гита Говинду, это было давно. Он смотрел на Лилу Бхагавана, как Рамчаритманас, он
был составлен Тулсидасом, а как он писал, просто писал, описывал то, что видел. То есть Лила, она явилась перед ним в Читракуте, в этом холме, на холме Читракуты, Тулсидас совершал баджан и писал Рама, жизнеописание Рамы. Вот однажды он тер чандан с цветами, гирлянды он ждал. Это был день явления Рамы. И вот он плакал, что я не могу увидеть моего Господа передо мной, чтобы я смог предложить эту гирлянду, вот это чандану Господу. Он плакал, и вот плакал, плакал. И Рама явился перед ним. И вот он сказал, Туласидас, давай твой чандан и гирлянду. И вот Туласидас увидел, что сам Господь явился перед ним. И Джайдев Госвами, он написал Гита Говинду не какими-то, но измышлениями. Это уникальное, нечто уникальное. Это сердце Джаганатха. Он явил чувство сердца Джаганатха. Он как бы перевел его в слова таким прекрасным образом. И вот, вот он писал, писал, и днем, около полудня, он вот хотел написать вот эти слова. И подумал, что он нет, плохо. Почему я думаю таким образом, что Кришна просит лотосных стоп Радхарани, это плохо, не должно быть так. Почему такое? Мысли такие приходят. Ну, он сказал, что подумал, что это плохо, пойду омоюсь. Для начала охлажусь и вернусь, напишу как следует. И он сказал, я пошел принимать омовение, ты давай готовь, я приду, чтобы было все готово. И вот он ушел, и Джайдев Госвами пошел принять омовение. In the meantime, Jayadev gone. In the meantime, Bhagavan Sri Krishna, in the form of Jayadev, in the guise of Jayadev came. И тогда Бхагаван Шри Кришна в форме Джайдева пришел. Падмавати спрашивает, ты же вроде ушел на океан, принимай мать омовение, а Кришна в форме Джайдева сказал, что я вспомнил строчку, надо дописать, и все. Я могу тут омовение принять. Надо дописать просто. И вот он зашел в комнату, где Джайдев писал. Он сел и взял ручку, но дописал эту строчку. Джайдев не был готов написать это, он сомневался, но Джагнат, он пришел и написал сам за него, и вот он принял просад, и после просада, когда Джайдев отдыхал, и Падмавати, она обычно, она массировала ему стопы, но Падмавати подумала, что случилось. Каждый день я массирую лотосные стопы моего мужа, но что случилось? Они заряжены каким-то током. Что такое? И лицо какое-то необычное светится, сияние исходит из него. И не помню, чтобы такое было. Вот я. Ну что, тот же самый, а что-то не то. И вот, в общем, чувствую в моем сердце что-то необычное. Что делать? Так или иначе, по милости Джаганатха, может, мой муж такой,
такую является, ну, так или иначе, да, массировал наступил. И после этого Джайдев сказал, что давай я буду спать, а ты иди доедай. Ну, не было такая практика, она доедала замужем. И вот Парвати пошла, начала доедать, ну, тут просад. И начала плакать, поскольку, ну, я не знаю, что случилось, но просад был тоже крайне необычный. И вот она начала плакать, и тут Джайдев приходит. Как ты тут ешь без меня? Что случилось, что ты, да, как? Ты же поел вроде, ну как, нет, не я. Ну я за тобой, да, это... Ну как, откуда? Я же только что пришел, когда ты успел. Ну, Падмавати тоже не могла понять, что случилось. То есть ты пришел в омовение, принес здесь, и... Ну, нет, я только что пришел. Ну и кто пришел? Ну кто тогда был? Ну пошли смотреть комнату. Никого нет, да. And living is Pitambara, no, I mean clothes. No, одежда, so одежда Питамбара осталась. Husband did not express any doubt for Padmavati. No, муж не сомневался в честности, в целомудрии Падмавати. И вот когда Падмавати говорила, что ты сказал, что, ну, сказал, что строчку вспомнил, хочешь дописать, и все. И вот Джайдев подумал, что да. И что же там? Так он написал, иди смотри. И вот он открыл, ну, свое, то, что он писал, и написал, это не мой почерк. Потом он сразу осознал, что сам Кришна явился, чтобы закончить. То, что я не мог написать, я начал плакать, Падмавати, ты настолько удачлива. Всю свою жизнь я не мог встретить Кришну, но ты встретила его, ты прикоснулась к Кришне. Да, я прикоснусь к твоим лотосным стопам, я хочу взять пыль себе на голову. Джайдев, он сошел с ума. И тогда Падмавати... Он начал надоедать этот просад за ней. Падмавати вроде уже, ну, Махапрасад от самого Кришны, то есть Махапрасад, он никогда не оскверняется в Пури, да, ну, до сегодняшних дней. То есть мы уже видим, что подметальщик может, ну, можно, даже собаки там едят с одной тарелкой. То есть если собаке что-то осталось, Махапрасад какой-то, то есть, ну, люди, они не брезгуют этим. Махапрасад, он не оскверняется. И вот там такая магия в Пури. И вот Джайдев Госвами, смотрите, он начал принимать Махапрасад Падмавати. И вот Джайдев думал, что она моя гуру. И вот однажды один преданный, он обычный преданный, он пришел в Горки Шрадхи с Бабаджи Махараджа и думает: «О, Бабаджи Махарадж, благослови меня, я хочу совершать баджан». И откуда ты пришел из Шантипура? Ты хочешь жить здесь, в даме? Кто-то с тобой пришел, вот жена пришла со мной. Вы в одном месте живете? Нет, мы живем отдельностью, отдельно полностью. Жена в одной комнате, а другая. А готовит кто? Ну, жена готовит, кто еще? Я что-то ел сегодня. Ну, это very nice мугедал, этот баклажаны с мугдалом. На первый раз сказал, что он там ел и горки, что он с бабушкой Машей начал смеяться, что ты общаешься со своей женой. Нет, не общаюсь, нет, но через просад, то есть то, что она готовит, это тоже общение, это тоже привязанность. И так ты общаешься с женой. И вот ты такое тонкое и грубое общение, но... Но не все могут так осознать разницу между этим. То есть это очень такая возвышенная философия. Есть
Как сказать, умственное общение или как-то по-русски, менталосессия. То есть, если кто-то там куда-то ушел, например, в уединенное место, чтобы совершать баджан, но это тоже скрытое вожделение. Почему? Поскольку... Это человек вроде уединился, но внутри... Это не такое, получается, не прямое вожделение костное. Почему? Томар севае духо хайято сехото парам сук. Томар севае, you hear? You're not doing kirtan. Big fault with you all. То есть в этом строке... You are not doing kirtan sufficiently. Эта строка из киртана, и там объясняется. То есть наша проблема в том, что мы не поем достаточно киртанов, Шрила Бхактивинода, ваше народ там достаточно. Если буду объяснять, как один киртан, это будет... Очень много значения внутри каждого киртана. Это очень долгое время займет. То есть далеко не каждый может понять то чувство, с каким они пишут этот киртан. Они все осознают важность киртанов. Если будете петь один киртан, народ там достаточно, то Махапрабху будет более доволен вами, чем если будете изучать какие-то писания. То есть не каждый может осознать это. И вот, смотрите. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, если я нахожусь в какой-то проблеме, почему? Поскольку я хочу совершать Гуру Сева, Вайшнава Сева, я хочу служить Радамадхаве, Гуранге. И все хотят меня как-то подколоть. Поскольку они завидуют. И вот, но из-за этого я не могу оставить служение и уйти в лес, чтобы меня там не беспокоили. Могут быть какие-то проблемы на моем пути, но я должен писать, я должен говорить, я должен сражаться с этими проблемами. То есть, такое настроение должно быть у нас. И вот Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж хотел сказать этим, что ты вроде бы не общаешься со своей женой, но общаешься в то же самое время на тонком плане. И вот один преданный пришел однажды. Он был женат уже однажды, жена умерла, и вот второй раз хотел жениться. И пришел Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, чтобы разрешение получить от него. Но Махарадж сказал, что хорошо, женись, не проблема, но смотри, каждый день ты должен готовить сам. Предлагать предлагать это Махапрабху, и потом это предлагать жене, и после этого только есть. И вот этот человек подумал, что за ерунда такая. То есть, если после будешь следовать моему совету, тогда женись, что ты должен следовать, относиться к своей жене как к гуру. И вот таким образом, смотрите, мы находим, что жена Сарвабхаума Бхаттачарьи, Сивас Пандита, они все, они все были заняты в служении Шри Гуранги Махапрабху на 100%, как Шрила Бхактивинода Тхакура. Мы все, семья была занята для служения Бхагавану Махапрабху. То есть и тогда нет никаких проблем. Если сможете подготовить себя таким образом, то это очень хорошо. Otherwise you can memorize all philosophy, this, that, no, but foundation is very weak. То есть если просто запомнить какие-то шлоки, то это мало, нужно основание построить. Если мы строим какое-то здание, вначале всего нужно крепкий фундамент построить, иначе впоследствии здание может разрушиться. И вот таким образом Джадев Госвами совершал баджан таким... Но очень строгий баджан. И вот день за днем Кришна явился к нему, чтобы благословить его. И Джайдев подумал, что... Джайдев become crazy.
He liked to go to Vrindavan. О, Падмавати, I like to go to Vrindavan. I cannot stay here. Относился к своей жене как к гуру, и в один день он захотел отправиться во Вриндаван. И жена сказала: смотри, ты плачешь, падаешь, как ты пойдешь во Вриндаван? То есть далеко, тяжело. И вот. Like mad beggar, и вот ну, так иначе они отправились во Вриндаван. Падмавати было очень тяжело. Every now and then, Jayadev Goswami faints. Jayadev, он, из чувства там экстаза, он постоянно падал. Он не мог постоять спокойно. И Падмавати беспокоилась, что мы в лесу, тут животные. Ну, тяжело, лучше там двое дебусов. Кришна защищала их. И вот Падмавати собирала какие-то плоды, какую-то еду. А Джайдев, он... Very, very high class situation. Он, он не мог себя контролировать, то есть она просто Падмавати заботилась о нем. И Падмавати думала, как же мне моего мужа довести до Вриндавана, как, поскольку она в таком состоянии находится, что... Is developing different kind of mood. Sometimes shouting, sometimes crying, sometimes dancing without clothes. What's that? After that, somehow by the mercy of Krishna, Jayadev Goswami and Padmavati are now going to enter the area of. Ну, не могу вообще идти как следует. Но так или иначе, они дошли до Вриндавана. Знаете, Тулсидас Госвами жил в Айодхе в таком месте, что утром он может перейти границу с Айодхи, чтобы... чтобы сходить, помыться, сходить в туалет, он никогда не ходил в туалет, и не мылся в Айодхе. Он жил на границе, он ходил за границей, это Айодхи, он там омывался, все свои утренние обязанности делал и возвращался. И тут такая привычка была. And every day after socha karma, и каждый день, когда он совершил все эти утренние обязанности, он в воду выливал. Small amount of water, he used to throw. And bush, one bush was there. Ну, в кусты. Dense forest. Там, леса были такие, кусты были, все, что вода осталась, он назад ее не нес, а... Ну, выливал там на кусты. И вот однажды один гост, привидение, говорит, что хочу служение совершить тебе какое-то. Ну, а ты кто? Ну, я привидение. А ты хочешь мне как-то послужить? Да. То есть, ну, ты мне каждый день помнишь водой, вот благодарен, хочу тебе что-то сделать хорошее. Ну, ничего, что можешь сделать. Ну, ты подумаешь, ну, все, что хочешь, я могу. Ну, вот он спрашивает, а можете сделать так, чтобы встретил Рамачандру? Вот это желание моей жизни. Вот сможешь ли ты организовать, чтобы встретил Господа Рама? Ну, я могу попробовать. То есть не прямо, а только что, чтобы ты встретил Рамачандру. Рамачандру не могу сюда привести, но могу тебя к нему отвезти. Ну и как? Ну, смотри, каждый день ты можешь один великий преданный, ну, с чувством экстаза, он читает Рамайну каждый день. Да, и я знаю, хожу туда. Ну, ты обычно, ну, смотри. Смотри, там есть один человек, он проказой болен. И вот он приходит. И когда начинается Харикатха, Рамкатха, он сидит и слушает, но когда Харикатха заканчивается, он быстро уходит. Ну и что?
Вот он Хануман. Хануман? Хануман. He is Hanuman himself. Он сам Хануман, ты можешь его, ну. Oh, I know that old man coming with leprosy. That is Amlava, Hanuman. He is Hanumanji Maharaj. То есть сам Хануман приходит. Today is giving target. Он понял, почему, когда рамка закончилась, что Хануман уходит, то он... Ой, что ты делаешь? Я депрессивист, не схватился за его лотосный стоп и сказал, что я знаю, кто ты, все, я тебя не отпущу. А что ты хочешь? Я хочу даршан Рамачандру получить. Ну, пойдем со мной. Вот так, таким образом... Вот получил даршан Рамачанд, и вот Чайтанья Госвами, когда вибху, он... Так или иначе, ну, есть область там, 84 кроши, она как бы бесконечна, но в материальном мире как бы ограничена 84 этими крошами. Но она бесконечна на самом деле, но в материальном мире, поскольку он ограниченный, надо как-то ограничить бесконечное, как, например, Кави Карнапу. Он описывает, что в Гамбхире сотни тысяч людей не приходят, но и уходят, но там всего-то там 2 метра на 4, как сотни тысяч людей приходит, чтобы получить даршан Махапрабху. Как это возможно? Это все йога-майя организует. То есть это все расширение и сжатие. Дама, ну как возможно, что в Радхакане из Явата до Радхакунды и до Сурьякунды, а потом на Кусум Сарава, как это возможно, и все за один день. После если посчитать, то есть идти только на там три дня, она там успевает за короткое время. То есть мы почему глупые, поскольку считаем согласно нашему этим измерениям. Согласно нашим представлениям, но если что-то за пределами нашего представления, как Радхарани и Садхи, они куда-то бегут, они не думают, сколько километров там бежать до Сурьякунды или еще куда-то, это все йога-майя организует. То есть она их перемещает куда им нужно. То есть как возможно, что Кришна и Яшода get out of room and coming to Jamuna Vrindavan. То есть как Кришна, ну, когда уложили спать, до Ямуны добегают, это 60 километров, там 3 дня идти надо. То есть, ну, как это возможно? То есть это все йога-майя организует. То есть ее обязанность все организовать, все перемещение и прочее. Йога-майя, она вечная энергия, внутренняя энергия Кришны. Даже раса, когда происходит, Кришна не знает, что происходит. In Bengali it is written. In Bengali, говорится. I also don't know. Our gopis, they also don't know how it is happening. Я и гопи даже, они не, я не знаю, как это случается, да, автоматически случается, это йога-майя все организует, и вот вы не должны никакие материальные представления об этом, ну, прилагать к трансцендентному миру. Шрила Прабхупада был очень строг насчет этого. Он говорил, что я не могу позволить вам что-то думать в материальное о Кришне, о Гуру-лиле. Сначала вы развиваетесь. Вот. И когда вы достигнете определенного уровня, то тогда только можно. И вот однажды Бхагавад Госвами Махарадж пришел к Шри Прабхупаде и спросил, у меня есть чувство к Радхарани и Гопи. И что делать? И Шрила Прабхупада сказал, хорошо, пойдем. И Шрила Прабхупада сказал, ты должен читать Вилап Кусула Манджали, вот эту книгу, вот ту,
In between you can come to me to get solution. Если какие-то вопросы, какие-то проблемы возникают, должен приходить ко мне, я дам решение. И таким образом Шрила Прабхупада очень таким скрытым образом он благословил его. Вот я слышал, что Радха мантру, что он Джаджавар Госвами Махарадж получил от Шрилы Прабхупады. Джаджавар Госвами Махарадж был последний саньяси Шрилы Прабхупады. Да. Ну, так или иначе, по милости Радха мантру, но я тоже от Гурудева получил эту мантру. То есть очень таким скрытым образом. So you see now, вот смотрите, Джайдев Госвами, когда он получил, ну вот когда, когда он дошел до Вриндавана, до границы, да, где Радха Говинда совершает свои, и вот он подошел уже, ну, к даме, но он не может войти туда, он на границе, он начал плакать. Вот Падмавати, как мы можем войти в Раджа-даму, почему? Я смотрю везде отпечатки стоп Кришны, Радхарани, где я могу наступить? Где могу наступить? Я не, ну, вижу, что везде отпечатки их стоп. Ну, а как я-то могу войти? И Падмавати тоже начала плакать. И тогда Джайдев Госвами и Падмавати, они смотрят, и Радха Говинда, они под деревом Кадамба. Вот он видит, что Кришна играет на своей флейте, и они, ну, получают, они явились такой даршан Джайдева, и пропали. И Джайдев Госвами, он... No calculation is there, without any calculation, without any thinking. Jayadev and Padmavati running inside. Они уже, не могли думать о отпечатках лодочного стопа Радхи Говинды, они забыли, они просто побежали, чтобы приблизиться к Кришне. И вот таким образом. И вот до последнего момента своей жизни он совершил такой эксклюзивный баджан. This way, you вот, see, смотрите, Джайдев Госвами, он, подобен мильному камню, на пути Рагануга Баджана. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, он сам дает... Как вот, когда он вернулся с проповеди с Южной Индии, тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он для нас, он написал две книги. Принес две книги, Брахма Самхита и Карнамрита. И вот эти две книги. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур в своей вступлении он пишет, что мы очень удачливы, что Шри Чайтанья Махапрабху вернулся и принес два сокровища, это Брахма Самхита и Кришна Каранамрита. Мы очень удачливы. These two books, you see, и вот эти две книги мы должны следовать, когда мы, то есть мы когда see, там какое-то осознание какое-то приходит, мы должны, ну, следовать этим книгам. One is Rasatattva exclusive, another is первая книга, то есть Rasatattva, другая Siddhantattva, Dhammatattva, everything, и о всем остальном, что Брахма видит, он описывает Брахма Самхите. Брахма Самхита compiled by Brahma himself. Брахма Самхита, она составлена самим Брахмой.
So this way you see, Brahma Sangita we get, смотрите, we can get total information about the, Brahma Sangita можно получить всю информацию о Даме, о Наме, о Сварупе. То есть там все описывается должным образом. Yasaika nishe shito kala matavalambo jivanti lova viraja jagadannanatha Vishnura mahanasa iho yasu kala vishesho Gavindam adi purusham tamam vajami. You can get this one. You can go to Badrinarayan, still можно today, Badrikasam. Badrinarayan, Badrikasam. In morning time, 4 o'clock, 4 утра, они, every morning time. Ну, вот это шлоки из Брахма Самхиты, они читают там. So you see. So, actually, we are lucky. И вот мы очень удачливы. Если мы можем получить чувство Билламангала Такура, то он жил 750 years being bhajan. А он 750 лет совершал баджан на Брахмакунде. 750 years. 750 лет он совершал баджан там. So many. You can imagine. Вот, можете представить, какой он, ну, долгий срок. Тойланга Свами from Maharashtra. И вот Тойланга Свами некий из Махараштра. Он ну, не вайшнав, он Брахма Бхаджан совершал 350 лет. Он являл свою лилу там. So it's very interesting. Достаточно долго. Somebody complained against Baba. Ну, жалуется, hey, Baba is very dangerous man. Что вот тут Баба, он очень опасен. Но был в то время было британское правительство. They arrest them, arrest him, and take him inside jail. Ну, that's very bad man. Ну, в общем, какой-то там Баба, ну, he don't know anything. He's doing bhajan. Совершал баджан, то кто-то рядом, какие-то женщины. Мы не стирались, и тут кто-то там пожаловался на него, и вот его так посадили в тюрьму, и вот... Ну, потом тюремщик пришел, а вообще-то не в камере, а снаружи в камеру ходит и спрашивает, что ты тут делаешь, все заперли. He's outside jail. Не убежал, а просто вышел из камеры, каким-то образом их уходит там вокруг. How you come outside? Как ты там вышел? Мы же закрыли ключ, забрали. So this way you see. Ну так это Баба с Мадраса. This way you see. Кови Карнапур. Такие, ну, ситхи у меня были. How is that possible? The Gambhira Mandir is so small. И вот ты когда Карнапур описывает, что Гамбхира это очень, ну, маленькое место внешне, но так или иначе сотни тысяч людей не приходят, получают даши, никакой давки нет, все там свободно проходят, не толкаются, не давятся, как это все организуется йогамай, то есть просто материальным, ну, представлением очень тяжело понять. И вот сейчас Шрила Прабхупада говорит. Камало кант падавалим синутада джайдева сварасватим. What? Writing by Jayadeva Goswami. И вот это написано Jayadeva Goswami. Сварасам мано джади билас каласу каутухалам. If you are really interested to get that kind of exclusive taste of, если вы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы получить этот вкус Гануга Баджана, тогда если вы go through the writings of Jayadeva. Должны изучать то, что дано Джайдевам Сарасвати. И вот по милости Вишудда Сарасвати он написал все это. So, и вот
Если вы заинтересованы, то если вы хотите получить ту расу, но будьте очень осторожны. Шрила Прабхупад каждый раз говорит предупреждает нас о том, что у вас есть привязанность к материальным расам. Вы должны изучить ваш ум, чтобы, если, и чтобы там не было никаких сомнений, никаких привязанностей к материальному. То есть, если мы привязаны к материальному, то тогда мы не сможем по-настоящему прогрессировать, но тогда мы должны петь киртаны, написанные Нарутом Дас Тхакуром. Hari Hari bolite na yone bavinilo, ar kabe nitai chader koruna hoibe, samsaro basona moro kabe tuchho hobe. If Nitananda Kripa is not there with you, how you can cross? You can memorize all shastra, useless. Если у нас нет милости Нитянанды с нами, то можно заполнить все шастры, но этого мало. Говорит, что по милости Нитянанды я получил общение Рупы и Санатан. Я очень удачлив, поскольку Нитянанда в одной форме, он находится внутри расы, как Ананга Манджари. Нитянанда может дать нам все, но мы должны плакать и просить его. Не пытайтесь наслаждаться вашей жизнью. Всегда пытайтесь служить. Not that morning time I was doing Harinam for 2 hours from 3 to 6. Два часа совершали Харинам там с 6 там до 3. То есть, ну, потом можно отдохнуть. Нет, это не так. I told you, no? Как Мадхав Госвами Махарадж, когда он был брамачари, они спрашивали Шрилу Прабхупаду, что времени нет у нас, когда совершать лак Харинам, Шрилу Прабхупаду, что же делать? И он спросил, а ночью что делаете? Не спите, совершайте харинам. Если вы увидите некий саду, саду махатма, он отдыхает, но его отдых, он не такой, как ваш. То есть внутри он совершает служение. Вот я в жизни моего Гурудева я видел, что ночью не было служения. Днем в офисе у меня служение было, я говорил, и ночью я был с Гуру Махараджем, но чтобы... Ну, поскольку он уже был в преклонном возрасте, нужно было смотреть за ним. И каждую часть секунды я смотрел, что Гуру Махарадж не спит. Вроде, ну, Гуру Махарадж спит, знаешь, ну, если внешне да спит, а если присмотреться, то видно, что он, его язык, он танцует. Он повторяет харинам. Хотя вроде внешне спит. So this kind of habit. И вот это привычка. Кишоне кимба жагороне, охор нишо чинто Кришна балаха бажане, бадоне, чайтану апак бейнстар. All day and night, uninterrupted. Беспрерывно совершаете киртан. Go on, chanting. Как спите вы или едите, всегда харинам утворите. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Always. Then you can get taste. И тогда вы получите вкус к харинаму. То есть в обусловленном состоянии вы не можете получить вкус к харинаму. Но когда постепенно вы развиваетесь, вы сможете получить вкус. И вот Рупа Госвами Пада также приводит этот пример. He says, if you are developing jaundice disease, yes, or not, yes, in that case, желтуха, you know, now you see, if yes, I get cane juice, yes, да, что-то сладкое, it's bitter, yes, boy, не сладкое, то есть вкусы, восприятие вкусов очень, ну, портится. То есть даже какие-то сладкие вещи, они не сладкие для нас, поскольку печень плохо работает.
из этого язык плохо работает, и все горьким кажется. На самом деле, эти все сладости сладкие, но не чувствуем этого. И вот доктор... You should not take candy, but you go on taking candy. Предписывает нам, что хотя, ну, этот раз. Gradually you can feel sweetness can come. Все кажется нам не сладко, но пить, он поможет печени заработать как следует. But very shortly you go on taking sugar cane, sugar juice, cane juice, сок из сахара, и тогда. Вы вернетесь к вашему нормальному состоянию и будете чувствовать сладость сладкого. И также с Харинамом. Я в тот день говорил, пример. Сказали, о чем говорят, что с нас как бы Харинаму получили, но мы не чувствуем должного блаженства от Харинама, и что делать? И вот, и тогда Махарадж Бхакти Майя Бхагавад Гасвами Махарадж ответил, что смотрите, когда вы ребенок, когда кто-то дает... Он вам принесет какие-то ценные бумаги, акции, облигации, или просто там бумажные деньги. То есть ребенок особо радости испытывает, вообще не будет, или вообще не будет. Если кто-то даст ему какую-то конфету, то ребенок будет безумно счастлив от этой конфеты. То есть какие-то ценные бумаги, которые стоят там, миллион долларов, то ребенок их не оценит. То есть, как же Шрила Прабхупада дает вам некое великое сокровище, но его величие вы не можете понять, поскольку вы еще малы, вы не осознали всего этого значения. Но веря, ну, в наследие Шрила Прабхупада вы должны совершать харинам. И когда вы осознаете это, то Харинам явит вам свою истинную сущность. Ну, вот в Индии есть такая компания, которая занимается тем, что если родители умирают и остается какой-то ребенок, они берут под свое управление. Наследство заботится о ребенке, и когда ребенок взрослеет, достигает 18 лет, то есть, и потом ему на него переоформляют все наследство от родителей. Но поскольку маленький ребенок не может понять его значение, когда он подрастает, он уже осознает значение этого наследства, оставленное его родителями. И вот также, когда мы совершаем баджан, когда мы, ну, повзрослели, чтобы осознать значение Харинама, Шрила Прабхупада, когда дает нам Харинам, этот Харинам не отличен от Шишарада Говинды. Поскольку у Кали-Юга, когда трансцендентный звук, он не отличен от Рады Говинды, он то же самое, что и сами Рады Говинды. И почему вы сомневаетесь в этом? Шрила Прабхупада, если дал нам Харинам, это значит, что он дал самого Кришну, но мы не можем в нашем текущем положении, мы не можем осознать силу и величие его дара. И когда мы... И когда мы повзрослеем, осознаем, и тогда... Все лилы Рады Говинды, они являются в вашем сердце. Понимаете, я в дальнейшем более научным образом, более детально обсужу. И вот сегодня время мало, я должен идти.
Мадура камало канто падавалим синутада жайдева сварасватим синутада жайдева сварасватим ванча капудрушик басинда бхавишам патитанам папана бхавишам бхюнаму. If you have any question you can put.